Жители нескольких сел в окрестностях грузинского города Марнеули в среду вышли на улицы с требованиями снять ограничения на торговлю продукцией сельского хозяйства, введенные из-за распространения коронавируса. По информации местных СМИ, люди вышли на протест с продуктами, которые не могут продавать из-за ограничений в связи с режимом чрезвычайного положения. Протестующие перекрыли дорогу, подтягиваются правоохранительные органы и пытаются перевести протестующих с проезжей части и дать возможность трейлерам передвигаться, описывает происходящее один из журналистов, присутствующий на акции. Ранее парламент Грузии на экстренном заседании в среду продлил режим чрезвычайного положения до 22 мая. Чрезвычайное положение было объявлено в Грузии 21 марта на срок до 21 апреля включительно. По последним данным, в Грузии выявлено 144 случая заражения коронавирусом.